Приветствую вас, месье. С прибытием. А где? Не беспокойтесь. Вы в самом начале очереди. Я 87-й. Вы будете 88-м. Так, стоп. Какая еще очередь? А где рота моя? Андре, похоже, он новенький. Не может быть. Вы здесь первый раз? Успокойся, солдатик. Ты умер. Очень смешно. Я не мог умереть. Еще как мог. Тут только мертвые сидят. Ну да, да. Еще скажите мне, что я в рай попал. Ну, фактически, да. Ну, вообще-то, больше похоже на ад. Нет. Ад — это конец очереди. Ну и где мы, по-твоему? Не переживайте. Это ваше первое перерождение. Когда придет время, всем нам дадут новую жизнь. Я перерождался 27 раз. А я 40. Навсегда рождалась достойной женщиной. Ой, боже, какой бред. Души, они как звезды. Есть старые, но иногда загорается и новые. Не переживай. Умрешь, начнешь все сначала. Новая жизнь, новая кавалера. Какие кавалеры? Я солдат Красной Армии. Никогда не слышала. Может, вы уже заткнетесь? Сидите тихо и ждите своей очереди. А вот ваше мнение пусть бы лучше оставалось за вашими зубами. Не нравится? Ступайте в конец очереди. Слушайте, я все понял. Меня отправили в Ташкент с каким-то театром. Вот здорово. Как вы посмели принять меня за артистку? В своей последней жизни я была фрейлин австрийской королевы. Ну да. Пока меня не отравили. А я артист. Цирковой артист. Мне рукоплескал весь Париж. Алло. Оп. Ага, Париж австрийская, так. Ну хорошо, допустим. А где же вы так по-русски научились кумекать, а? Язык здесь просто формальность. Например, все, что ты говоришь, я слышу по-немецки. По-немецки, да?
А я на французском. А вы по-французски. Это точно сон какой-то. Это точно какой-то сон. Так, ударьте меня. Ты ничего не почувствовал. Неважно, ударьте со всей силы. Не может быть. Да. И с мужчинами здесь то же самое. Ничего не чувствуешь. Слушайте, может, я в госпитале? И мне морфи вкололи? А? Тара-та-тан-та-тан. А это значит, есть ваша судьба. Она самая. А почему она спит? У нее перерыв. Перерыв? Она сейчас в нашем мире наблюдает за живыми. Влиятельная, видимо, дамочка. Нет, она только решает, Алле, где и кем ты родишься. Ну да, всего лишь. Алле, а дальше ты сам. Алле, оп. Да, и может, станешь индейцем. А может, корейцем. А может, даже женщиной. В смысле, если не хочу быть женщиной? А что в этом такого? Отдай. Отпусти. Не хочет быть женщиной. Помогите! Помогите! Тебе они не нужны! Нужны! Я учусь ходить! Ты что делаешь-то? Не твое дело. Все равно ходить не может. Это я при жизни не ходил. А сейчас могу. Просто разучился. Ботинок верни. А что ты мне сделаешь? Скотина. Я тебе это никогда не забуду. Не бубни, песок в рот попадет. Спасибо. Ловко ты его. Обращайся. А вы что сидите? На ваших глазах инвалиды грабят, не стыдно? Это, понимаешь, это как честь отдать по-военному, mm-hmm. только вот по-пионерски, по-детски. Mm-hmm. Детская честь. Угораздило же тебя умереть с папиросой. Уж лучше бы умер с бутылкой вина. Будешь? Да. Подержи. Давай. Нет, ну. Ну вот, прям закрепи. Голову вперед, смотри прямо. Прямо смотри. Вот, нет. Ага. Перевозчик. Так, начинаем раздачу. В этот раз нас точно должны забрать. Хорошо бы. Столько лет прошло. По сравнению со мной,
вы и полдня тут не простояли. Нашел корягу, чем гордиться. Держи. Следующий. Держи. Удачной дороги. Следующий. Держи. Здорово. Как твое ничего? Да нормально. Компьютер привёз? Да ты что, мать, какие компьютеры? Их еще не изобрели. Ну я тебе в следующую Евску привезу. Я как раз начало 90-х отправляюсь. Ну и что я с этими бумагами делать буду? Ну извини. Это тебе. Следующий. Удачной дороги. О, 1000 лет не виделись. 1300. Ну, если бы ты набеги не устраивал, может, пораньше бы увиделись. Давай уже свою бумажку. Держите, ваше высочество. Смотрите, не споткнитесь. Андре де Морсо. Родился в Париже, умер в Париже. Люблю стабильность. Держи. Новенький, что ли? Я хотел бы родиться в СССР и желательно мужчиной. Тут тебе не рынок. Угу, есть. Ну, ты молодец. Хорошо прожил первую жизнь. Так держать. Держи. Угу. То, что черное, это... Следующий. Ну, что там у тебя? Новенькому дали черный билет. А что значит? Черный билет. Боже. Они попадают очень редко. Какая разница? Готовься пускать слюни всю оставшуюся жизнь. От черного билета другого не жди. Я надеюсь, тебя ждет то же самое. Ну не скажи. Меня ждет богатая семья в Норвегии. Юродивый. А что мне делать-то? Сдохнуть пораньше, если получится. Или служить бродячим цирке в качестве уродца. Он родится юродивым. А может, у тебя талант жонглера? Я бы лучше сдох. Меньше мучений. Выброшу перед границей. Я буду дочерью американских миллионеров. А у тебя что? А что это? Неважно, ошибка какая-то. А следующий. Держи. Удачной дороги. Товарищ ангел. Какой я тебе ангел? А кто вы? Аист, ё-моё. Извините, я просто хотел узнать, а что это за болезнь? Следующий. Ну, во-первых, это не болезнь, а расстройство. В чем проявляется? Ну, сложно будет людям в глаза смотреть. Девушку, опять же, не сможешь себе найти. Следующий. Ну, ущербная одиночка, одним словом. Ущербно, значит? Угу. Понятно. Эй, ты куда? Мы через минуту уезжаем. На сегодня все. Проклятие, да сколько можно-то? Ну вот всегда. Товарищ судьба. Ну что ж такое-то? Но, госпожа судьба, юноша. Хорошо, я хотел бы узнать, по какому принципу выдаются билеты. По принципу бери и топай отсюда вон. Нет, мне просто интересно, почему вот этот оборванец должен быть нормальным, а я с каким-то аутизмом? Он отстоял свою очередь. Слышь, парень, да не бузи ты, а? Я уже 100 раз перерождался. Главное, живи по чести, чтобы здесь долго не засиживаться. И все. О, девочка дело говорит. Так, держи. Больше без взрослых не купайся. Слушайте, вы хоть понимаете, что я хочу быть полезным для общества, а не обузой? Если ты так делишь людей, то тебе место вон, в конце очереди. Ну ты же не такой, посмотри на себя. Герой! Ну вот именно, что я мужик. И жить я хочу как человек. Так и живи. Кто тебе не дает? Я тебе вроде не обезьяне билет выдала. Ну я не хочу быть калекой! Вы хоть видели, как с ними обходятся? В мое время таких душили во сне! А что, они, по-твоему, не люди? Если ложку не может держать, значит, что, не человек, что ли? Нет. Тогда чего ты боишься? Ты же привык народ смешить.
Издеваешься, да? А, проверяй на прочность. Да чего ты с ним возишь? Не нравится, пусть валит отсюда. Я вместо него поеду. Точно? Уважаемый, не пошли бы вы в конец очереди, а? Нечего здесь устраивать. Вали, вали. Тебе туда и место. Это куда он пошел? Что идет в конец очереди? Вот сможешь. Эй, солдатик, теперь я не боюсь рождаться. Чего? Мне не важно, кем я рожусь, потому что есть понимающие люди, такие, как ты. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно
нужны шпаргалки. 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 Нужны шпаргалки. Шпаргалки. Нужны шпаргалки. Шпаргалки. Нужны шпаргалки. Шпаргалки. Лауреат Филдсовской премии, чьи научные достижения будоражат умы современников и вызывают множество споров среди математиков. Прошу вас тепло принять его. А вот наши юные дарования. Проходи, Глеб. Позвольте представить вам человека, без которого не состоялась бы сегодняшняя конференция. Глеб Громов. Рассказывай, не стесняйся. Спасибо, профессор. Но мне кажется, если я буду рассказывать... Мы закончим через неделю, поэтому внимание, слайды.